Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, утренний обзорчик рынка. Вчера уже после полуночи добавили на русском сервере новую настолочку. Она довольно-таки интересная. О, нифига себе! Подарок к праздникам, ребят. Рождественский подарок. Веселых праздников. Заберите подарок с праздниками уже сейчас. Вот так вот добавили новый подарок за вход, поэтому заходите в игру с любого аккаунта и забирайте. 3-4 дня оно длится, я смотрю. 3 дня 16 часов. А, в общем, вот так вот. Ну, неплохо. Камень судьбы. Рок, львица. 10 пыльцы, конечно, ни о чем. 1000 самого и 3 пятых сундука, но все равно это круто. Так, временные акции, волшебная кузница, бонус к первой покупке, открыть сундук, и вот настолочка, поехали посмотрим на настолочку, что интересного есть, и дальше чекнем акции все. Короче, ребятушки, не знаю, как вам, но мне такая срань после вчерашней этой финалочки слилась, это просто трэш какой-то. Так, ну давай открывайся. Походу все забежали. Вот такая вот, ребятушки, новая настолка. Как видите, Лиса, Барт, Мэри, запазлики и 10 пазлов на 12 первых сумок. Ну, честно скажу, дохренища. Но если на рынке она есть и попутно брать эту акцию, то реально круто. Что у нас еще изменилось? О, нифига себе. Обменять на Махатму. Ну, конечно, я обменяю на скин. Получил на халяву. Махатма, как видите, можно ее достать. Убрали отсюда Фрейю. Конечно, это тоже печально. Был здесь Вольт. Многие ребята собрали. Я в том числе на этом аккаунте получил. Было Фрейя. Был шанс получить эту имбу. Ну, а теперь, как видите, Махатма и... Не знаю, не знаю, сколько она продержится, но до Нового года и недельку еще, если пару раз мы сможем получить, то это нормально. Ну, дальше, как видите, такие себе плюхи, 10 камней, 6 пазлов надо. Ну, можно отсюда доставать, кто хочет играть на столочку, очень выгодное предложение. Так, магазин скидок есть, ничего себе, обновить. 500 камней за 10 монеток, ну так хренище. Камни судьбы, стирачка, что еще интересного на русском сервере, сумки зефира, слизни, ну такое себе, ну не знаю, все равно более-менее нормально, но не дотягивает до остальных серваков вообще никак, хотя бы плюхи сделали. Так, собери сам. Здесь плюшки вроде все те же, ничего не поменялось, если я не ошибаюсь. Посмотрим только большие. Бард. Ну, барда можно собрать. Было, по-моему, 10 осколков, если я не ошибаюсь. Уже 15. Получается неплохо. 90 осколков вообще. Самый дешевый бард. Везде запак продают, здесь еще. Еще дешевле. Так, веселый набор. Не знаю, что веселого. Такое себе накопление. А, купите. Ну, такое 250 для прокачки. 30 камней кроков. Ну, вот этих вот камней судьбы. Вот это неплохо. Остальное все. Еще апекс. Говнецо, честно говоря. Так. Ну вот, о чем я и говорил, полным ходом продают Лису уже. Видимо, народ особо и не берет, потому что все знают, что она будет завтра дешевле. 7 сумок. Но отсюда собирать ее, я не знаю, бессмысленно, мне кажется. Можно по одному осколку вытащить, и никогда не соберешь толком. Ну, такое, такие расходники. Не особо мне нравятся эти паки уже. Они все время, они все херят, просто оно все становится дешевле, оно бессмысленно его забирать в первые дни, ну просто смысла никакого нет. Вот Мэри уже полпака стоит.
сумасшедшие реально скидки, а завтра это будет еще дешевле. Это печально. Вот это для меня вся печаль. Что обесценивается полностью все в игре, и оно бессмысленно просто. Но за плюхи такие спасибо. Побежали на английский сервер. Глянем, что в английском сервере. То же самое. Подарок за вход. Так. Тут убрали сегодня, видите, лиса уже здесь перебралась в пак за 50 баксов. Бард половинка. Тоже, по сути, дешевый. Но здесь бард получается как большой пак на русском. На русском дешевле. Ну, тоже все дешевее, то, о чем я и говорю. Что... Это просто бред. Вот они сами убивают весь полностью интерес к донату, к игре. Бессмысленно. Скин. Плюхи, скиталец. И накопление. Ну, накопление по сравнению с русским намного круче. Как по мне, ну видите, здесь нету тоже такого прям мега вау. Но зато здесь есть, ребят, 75к самоцветом. Дополнительно, если вы возьмете 16800. Вот это реально плюс. Это вот обходится, если я не ошибаюсь, как один пак на русском большой. Но вы здесь получаете, посмотрите, какие расходники. Как по мне, тоже неплохо, но это опять же как дополнительная акция на выходные, такие акции получше, покруче. Это для тех, у кого вот Prime Insignia 10 эмблемы. Просто не надо ни хрена делать, 10 мешки уже продают. Вообще, я же говорю, ты тратил раньше расходники, скупал это все, думал, как сейчас, блин, уже десятки продают. Готовые причем. Просто убивают все. Так, что у нас тут еще? Это такое, расходнички разные. Вот гифты. Посмотрим. Тоже настолка есть Festive Gifts. Это за большой пак самый. Boril Fox Soul Stone 30 штук. Вот так вот, 30 штучек. Дают вам бонусом за большой пак. Рубьете 5 левел. Титульные до 125 Holiday Pack. Крок, Prime. Ну, короче, вот полным расходом за 50 берете и нормальные плюхи получаете. Берете за 100, получаете еще 30 подарок. Лисы. Так, поехали по порядку. Посмотрим на английском богат. Ну, то же самое, настолочка. Здесь у нас скины и расходники. Ну, у меня Махатма, по-моему, прокачана. Я заберу печеньки. Ну, неплохая настолка, как по мне. Все равно это халява в любом случае. Так, Festive Joy Pack. Настолка мы уже хикамин. Это домашняя игра, Bingo Blast. Эй, ну, такое. Так, коллекционер. Коллекционер тоже на английском. Что-то они поменяли, убрались, поставили Варивульфа, но 100 книг можно получить за запашки без проблем. Мне это тоже очень круто. Халявных 100 книг. Это если пословить Варивульфа здесь, конечно, шанс очень маленький, потому что было синь-зелень. Алхимик. Видите, шанс словить синего героя. А вот мы словили. За 60 считайте попыток.
тоже, в принципе, неплохо можно получить вот такие. Ну, такое же, как и было в прошлый раз, если я не ошибаюсь. Малыш Ник. Так, фонтанчик. Фонтанчик, что у нас еще интересного есть? Вроде все, по такому в основному всему прошлись. Такс. Поехали, немочку чекнем. Нас перекинула на гостевой аккаунт какой-то. Ладно, потом перейду на свой, запишу вам видос, тут тоже есть интересные темы. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Топовые акции, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.